половиной миллиона лет назад древние люди научились делать музыкальные инструменты из камня, из кости, из дерева. А современный человек придумал, как добыть звук из овощей. А как все это работает? Очень просто. С одной стороны, мы проводом подключаем к овощу или к фрукту, а другой части подключаем к самим себе при помощи таких специальных браслетов. И в момент прикосновения происходит замыкание контакта. Между ней появляется связь, и это позволяет им звучать. Дальше это уходит в специальную такую плату, и уже на компьютере превращается в звук. Можно на любой овощ назначить тот звук, который вам кажется подходит для него. Вот мне кажется, очень подходит, например, для кабачков бас. А Витя, наш барабанщик, считает, что вот очень тыква подходит для барабанов. Мы очень любим музыку и экспериментировать. Это началось еще в Барселоне, когда наш друг Саша Пас в качестве дипломной работы предоставил работу о необычных инструментах и то, как можно извлекать звуки из повседневных предметов, которые мы встречаем в своей жизни. Фрукт можно съесть? Мы обычно так и делаем. Делаем разные салаты из музыкальных овощей. Что проводит ток? Вода, наше человеческое тело, кожа и железо. Во фруктах и овощах есть вода, поэтому мы замыкаем плюс и минус, и получается звук. Но, например, какие-нибудь химические яблоки, которые покрыты воском, они плохо будут проводить ток и будут плохо звучать. Кукуруза – это клавиши, кабачок – бас. А арбузы и тыква – барабаны. Учились играть на фруктах и овощах Арины Никифорова и Евелины Садовниковой.